В нашем районе существует добрая традиция почтения долгожителей, ведь именно этим людям довелось жить в трудные послереволюционные годы, прожить коллективизацию и Великую Отечественную войну, восстанавливать страну из разрухи. Но, к сожалению, время беспощадно, и многие из них уже нет в живых. Заметно поредели ряды фронтовиков, их вдов и тружеников тыла. Сегодня власть старается не обделять ветеранов своим вниманием и заботой, помогая решать насущные проблемы. Вот и в первый месяц весны представители районной администрации поздравили юбиляршу с 90-летием. 2 марта первый заместитель главы района Руслан Ямыков и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев навестили ветерана труда, жительницу аула Ходзь Гуцу Даличериевну Меремову, которой в этот день исполнилось 90 лет. Имениннице вместе со словами благодарности вручили поздравительное письмо от президента страны и подарок от главы района. С днем рождения вас! Здоровья, счастья, еще долгие-долгие лет жизни. Большое вам спасибо. И вот спасибо. Вам с уважением письмо от президента Российской Федерации, личное именное поздравление от Владимира Владимировича Путина. Гуца Даличериевна долгое время проработала в колхозе. До пенсии работала техслужащей в местной школе, воспитала 2 детей. Секрет своего долголетия Гуца Даличериевна видит в физической активности и непременных упражнениях не только для тела, но и ума. Несмотря на столь почтенный возраст, она каждый день делает зарядку. Постоянно находит себе занятия. Юбилярша, в свою очередь, от души поблагодарила представителей власти за такое внимание.